Здравствуйте. Теперь обучение этого фокуса. Секрет в том, что у нас есть двухсторонние карты. Эти карты я просто сам склеил. Ну, их можно также купить в магазине. Если хотите показывать этот фокус, советую с этими картами не пробовать. Потому что когда карты переворачиваешь, ну, сбоку как бы заметно, видите, что они перевернуты. Или склеить те же самые Bicycle, там, Talihoy, я не знаю. Или купить сразу двухсторонние. Ну, изначально вы показываете, что все карты у нас перевернуты. Снизу должна лежать такая же карта, ну, двухсторонняя и сверху. Потом, когда вы начинаете ее трясти, вы просто колоду переворачиваете. И получается так, что большая часть карт переворачивается. Вы даете зрителю выбрать любую произвольную карту, которая лежит лицом вверх. Ну, он ее переворачивает, ложит в любое место колоды. Вы опять ее сворачиваете, начинаете трясти, опять переворачиваете и его карты в колоде оказываются перевернуты. В принципе, все. Спасибо за внимание.